Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, канал Китай стал ближе, и сегодня мы сделаем распаковочку небольших вот таких вот двух интересных посылок. Посылки интересные. Вот первая посылка, я вообще не понимаю, для чего это сделано, да? Попросила меня заказать эта племянница. Давайте откроем и посмотрим, что же это такое. Оценено в $3, весит 0,37 грамм, то есть всего 37 грамм. И это, друзья мои, это очки должны быть, но очки непростые. Очки непростые, очки без линз, то есть чисто одна оправа. Она сказала, что это сейчас модно. Я не понимаю, что тут модного. Хотя нет, в них есть линзы. У них есть линзы, но они просто прозрачные. Просто вот такие прозрачные очки. Что я могу по ним сказать? Очень-очень хлипкий пластик. Такое ощущение, что это вообще самый такой дешевый пластик. Не знаю даже с чем сравнить. Очень-очень дешевый пластик. Стеклышки, естественно, что тоже пластиковые. Крепления, винтики стоят. Не пахнет, но довольно-таки дешево. Очень-очень дешево, очень некачественно. Вот такие вот очки. Значит, это была первая посылка. А вторая посылка, давайте с вами откроем. Вторая посылка шла где-то 3 недели. Заказывал я ее для освещения кухни. Здесь у нас идет светодиодная лента. Оценена она в $5. Оценена она в $5. Но я сделал маленькую ошибку. Я заказал ленту, а заказал ленту без адаптера и без переключателя. То есть пришла одна лента, и я не смогу ее подключить. Надо будет сейчас заказывать адаптер, заказывать переключатель. Пульт управления можно заказать, чтобы можно было ею управлять. Вообще я хотел на пульте управления, не знаю, как так получилось, что заказал я просто одну ленту. Ну ладно, распаковываем. Посылка пустая. Лента запакована вот в такой вот пакетик. Вот такой пакетик. Здесь написано цвет РГБ. 50 на 50, 60 светодиодов, 60 LED. 12 вольт, 5 метров. Но, может быть, я как-то смогу подключить и с 12-вольтовым адаптером. Это одно, а второе, а как я буду переключать цвета. Так что оставим мы все это до того момента, как я закажу для нее пульт управления. Значит, что мы имеем? На одном конце штекер вот такой вот, и на другом конце штекер, то есть папа-мама. Стекера папа-мама. Сама лента я заказывал покрытую. Она покрыта силиконом. То есть лента силиконом покрытая. С другой стороны должна быть самоклеющаяся пленочка. То есть это спокойно бьется, приклеивается. И все удачно крепится. Заказывал я это на кухню. Сделаю на кухне подсветку, поскольку сейчас на кухне делаю ремонт. Но, к сожалению, теперь придется заказывать и ждать еще, когда придет у нас адаптер сам. И давайте уж откроем тогда еще одну посылку. Принесли мне вот тут сейчас, дали еще одну посылочку. Вот такая посылочка. Не знаю я, что у нее внутри. Давайте откроем и посмотрим, что же здесь внутри, что это за посылка. Посылку кто-то уже открывал, ковырял. Это, скорее всего, моя супруга. И здесь пакетик пустой. Здесь вот такие вот колечки. Такие колечки. Это, не подумайте, ничего такого. Это игрушка для ребенка. То есть вообще это как прорезыватель зубов. Я составлю обязательно ссылочки под описанием. Каждый может будет пройти, посмотреть и оценить. Значит, пластмасса такая на краях остренькая, даже это вот здесь вот я прям больно пальцем чувствуешь, больно. Вот посмотрите, такая она заостренная.
Вот здесь вот она прорезиненная, то есть здесь помягче. Хотя вот эти вот штучки тоже острые. Так что ребенок, я бы не знаю, как бы не поранился. Но мы посмотрим, что как, понравится ему будет играть. Сейчас ему играть еще рано, я думаю, в такие вещи. Первый раз он сегодня кое-как держал погремушку маленькую, а так 2,5 месяца. Еще маленький, но пока затариваемся, покупаем. Вот такая вещичка с Китая. Кстати, все вот эти погремушки покупать из Китая действительно выгоднее. Они в 1,5-2 раза дешевле, чем у нас здесь. Все абсолютно то же самое в кораблике, стоит гораздо дороже. То есть, если в Китае там какие-то погремушки 300-500 рублей, то в кораблике те же самые погремушки абсолютно один в один уже стоят 800-1000 рублей. Так что вот, что были сегодня за распаковочки, что были сегодня за продуктики. А вы подписывайтесь на канал. Будет много-много-много всего еще интересного. Оставайтесь с нами. Подписавшись на канал, не забудьте нажать колокольчик оповещения. А с вами был я, Владимир. И на сегодня все. Всем до новых встреч и пока!